Милхон, вот сегодня у нас третья процедура иглоукалывания. Расскажите, что вас беспокоило до прихода ко мне? Как развивалось ваше заболевание? Ну, я вообще работаю строителем. Я резко запрыгнул на леса. Мне что-то укололо в руки. И резкая такая слабость. И головная боль. То есть резко запрыгнул на леса? Да. И при этом что-то, как вы говорили, ниточка как оборвалась. Будто, да, ниточка в груди оборвалась. В грудной клетке, да, возле сердца. Да, выше сердца. И после этого что у вас появилось? Слабость, прямо аж упал, прямо аж на приседке все, я не мог даже встать. И головная боль, такая ужасная головная боль, как будто кто-то это самое, виски давит. Это было сколько времени назад? Ну, 2,5 месяца, 3, может, даже. Я уже не помню, я уже... сбился счет. То есть 2,5-3 месяца назад. И да. Что после этого стало с вами происходить? Ну, мне такое, чтобы я забился в комнату, чтобы один, никто мне не нужен. Такая слабость, что я даже не мог вставать. Никто мне не нужен был. Ну, вот такое ощущение. Головные боли продолжали беспокоить? Да, головная боль вообще. Очень сильная, да? Да, так было ужасно, что я разговаривать даже ни с кем не хотел. Вообще, мне никто не нужен был. Но потом начал обращаться к врачам. Вот за это время сколько раз вы лежали в больнице на лечении? 3 раза. Я 3 раза лежал, и скорая приезжала чуть ли в неделю, не 2 раза. Плюс вас направляли на консультацию в краевую больницу, в город Краснодар? Да, они в Краснодар я приехал, они мне назначили лекарства, чтобы я приехал, себе лег лежать. Ну тоже пришел, полежал 10 дней, но результата никакого не было. Какие были результаты лечения? Капельницы, таблетки. Что, помогло лечение ничего, или не помогло? Ничего, абсолютно. Мне даже выписали, вот последний раз я лежал, мне выписали из больницы. Мне желудок после этих лекарств начал болеть же. Сильно стал болеть желудок после лекарств? Да меня аж скрутило, вообще аж сворачивало в клубок. Вот такое аж сворачивает клубок. Мне выписывали даже, вот мне свернуло клубок, а мне выписывают из больницы. То, вернее, не то, что я сам, потому что я вижу, что 10 дней толку никакого нет. Плюс за это время у вас стала неметь левая рука, пальцы левой руки. Пальцы, да, мизинец вот этот начали. Вот мы вам сделали пока 2 процедуры иглоукалывания. Сегодня третий сеанс иглоукалывания. Что изменилось за эти 2 сеанса, которые мы сделали? Ну, первый сеанс, когда прошел, у меня голова болела с 2 сторон, виски прям давило. Первый день прошло, у меня 1 сторона почему-то. 1 сторона вообще не болела, а другая прямо аж давила. Второй сеанс, прямо у меня голова вообще перестала болеть. То есть после второго сейчас голова уже не болит? Вообще, я не знаю, может, ну, по крайней мере, ну, не болит. Ну, по крайней мере, не болит. Не болит голова. И ноги перестали мерзнуть вообще. Перестали мерзнуть ноги. И пальцы вообще. Да, вот было не менее пальцев рук, нет, руки. Вообще. Пальцы, то есть это все прошло? Все, ничего нет вообще. Лежите спокойно, у нас сейчас идет 3-й сеанс иглоукалывания. Во время сеанса иглоукалывания активизируется жизненная энергия ЦИ, которая начинает лечить практически все заболевания, все нарушения, которые есть у данного пациента. Вот сейчас мы начинаем видеть начало энергетического проторивания, то есть буквально пробивания тех мест, где есть застои. И начинаются двигательные реакции. Вот тело начинает переходить в колебательные движения. Кто-то или кто-то расшатывает буквально тело, туловище.
Двигаются кости таза. Что сейчас чувствуете? Телепает всего. Телепает всего. Это помимо вашего желания происходит? Конечно. Я не могу его даже остановить. Вы не можете это остановить. То есть энергия ЦИ лечит практически все заболевания, которые имеют место у человека. Вот что-то буквально приподнимает грудную клетку, туловище. Какая-то сила, помимо вас, осуществляет движение с телом, так? Да, не знаю, что такое. Ну, после прошедших двух сеансов у вас уже прошли головные боли, перестали мерзнуть ноги. Буквально кто-то что-то поворачивает на бок. Идет вправление позвонков, позвоночника. Данная реакция проходит волнами, периодически успокаиваясь. Мы наблюдаем удивительные феномены жизненной энергии ЦИ, которая, пробуждаясь за счет древних китайских техник иглоукалывания, начинает сама лечить организм. Что-то хрустнуло в спине. Во время данных процедур идет самовправление позвонков. Позвонки, которые стоят не на месте, смещены. Жизненная энергия ЦИ вправляет их и ставит на место. Лечение идет всего организма, всех внутренних органов. Тише, ты что-то подняла, что-то подняла. Тише. О. Фу. Шаурами встанешь скоро.
в этот момент что-то можешь противодействовать вот этой силе, которая работает с тобой? Они, наверное, такие движения я бы никогда сам захотел бы не сделал. Никогда бы не сделал движение, да? Даже сам не могу. Уже вроде. Отпустило, да? Да, да. Третий сеанс завершен.